Всем привет, вы на канале Аленка. Сегодня мы играем в Puff Tales. И у меня как-то никак, я просто зашла по награду, а тут у меня уже 20-я глава выполнилась. Сама собой. А что значит 20-я глава? Ну, тут можно, конечно, не проходить все, но до 25-й еще можно на других. Это для до дракона. Я только прошла половину. Угу. Небольшую половину, еще там еще одна глава. Яркая, красочная игра, да? Да. Это я огонь запускаю. Ты огонь запускаешь? Да. Ослепительный. Угу. Ну, выпустить его уже невозможно. Это если... Это ночью можно фонарик так сделать, чтобы кого-нибудь привлечь светом. Или летать, показывать светом. Кстати, я прикольно заметила только что, но недавно. Смотрите, так летите. А, нет. Вот, она так крыло загинает. Ну, смотрите, поворачивает. Может, крыльями? Да, она поворачивает крылом. Так, вот. Вот. И вот, видите, она поворачивает крылом. Ой. А, то есть реалистичность имеет место, да? Да. Реалистичность просто шикованная. Шикованная, что лиса летит вниз. Вниз тормашками. Да, лиса летает, да, с крыльями. Которая смотрит непонятно куда. Я лечу. Ладно. А ты сейчас просто бродишь? Да, я тут просто гуляю. И можно еще сделать баг. Смотрите. Но для этого нет. Так надо... Падать. Полетели. Ху. Но это надо только летающий скин. Ага. Летучие мыши у тебя такие интересные. Да у меня только одна. Я ее с помощью клана получила. Угу. А способность вот это называется... Вот она. Молния ссылка. Она, конечно, очень красивая. Я ее прокачала. А в чем суть игры? Тут надо получить дракона. Драконов получать? Ну, дракона. Ага. У меня пока нету дракона, но есть все остальные животные, которые существуют в реальности. А что, лиса с крыльями тоже в реальности существует? Ну, нет. Нет, конечно. Но у меня есть звери из реальности все. Но драконы же нереальные. Нет. Это же сказочные драконы. Ну да, это нереальный персонаж. Вот так, крылом. О, сфера. Оп. А что это значит? Это хорошо. А, ну, в этом обновлении она почти не нужна. Угу. Летающий огонек. Это мой щит солнечный, когда темно. Мой щит. Пум. И даже если нажать на кнопку, и он улетит, то ничего не произойдет. Он не улетит. Ну вот, я могу даже показать. Смотрите. Вот. Свет со мной. Вот так. Даже, по-моему, когда дух. О, да, он тоже со мной. А, нет, он отключается. Но она остается. Это новое солнышко. Ты делаешь новое солнце? Да. Прощай, Луна, будет новое солнце. Которое сверкает необычно. А давайте очень высоко поднимемся и будем лететь вниз. Ну и потом я перейду на котика и будем задание выполнять. Мне просто там чуть-чуть до 10-й главы. Так, думаю, такого достаточно. Полетели! У-ху, солнце! Ой! У-ху, ай! У-ху, у-ху.
и прилетели в голову. Так, ладно. Дикий кот. Это не дикий кот, это, по-моему, гепард. Ну, тут они дикий кот. Кот. Ну, тут неправильный перевод. Угу. Вот. Очередь. Вот просто мне вот только вот это задание. Успешные мероприятия. Я прошла только 3 успешных мероприятия. Ну, постараюсь я сегодня до 10 главы. И на мишках. Надо попробовать. Проведите детеныша до его логова. Все. Ну тут надо его, это, чтобы он не помер. Угу. Суть, тут надо, чтобы довести детеныша, и он не умер. Ну хупы у него всегда меняется. Да? Да. Вот когда там я его там убежала далеко, и его оставила. Ну там были еще другие люди, но они что-то его не спасали. Так и я как улетела обратно. Потом я увидел, что его спасали, ай, ладно, сколько подумала. Ай, ладно, не надо идти. Все. Так, побежали. А где же детеныш? Волчонок. Где-то там. Вот, эскорт детеныш. Ой, что вы на меня нападаете сразу? Ой. Где? Где-то еще. А, вух ты! Ты хотел нашего детеныша съесть. Все. Все. Съели. Так. Ну я всегда дорогу. Я уже это много проходила раз. Но я дорогу помню. Во. Фу. Я на первом месте? Я думала, я на последнем. Опа. Опа. А это кто такой? А ну иди сюда, я сейчас тебя буду есть. А чё они пропали так нечестно? А ну нельзя меня есть. Вот, эскорт детеныш. Вот, я на первом месте. Хоть у меня способности не на максимум прокачана. Ну вот это одна прокачана. Ведь она крутая. Мне такие способности, которые восстанавливают и подлетают к врагу, они мне нравятся. Ну кому же они не нравятся? До сих пор на первом. Да сколько детеныш. Я так быстро бегаю, что иногда надо останавливаться, чтобы детеныша подождать. Вот тут сейчас будем. Алая, оп. Своим ветром сейчас всех собью. Так, все. Нет, еще не все. До сих пор на первом. Вот бы мне так и держаться. О, побежали, побежали. Стойте, меня подождите. Меня же подождите. Кстати, вот этот скин почему-то называется просто пантера. Ну, я подумал, ну, например, бы ее назвали пантера в доспехах. Доспех, или, ну, если тут неправильный перевод, то доспехная пантера. Уху! Ну, идите все сюда, мисси, потапите. Так, ну и где детеныш? Эскорт детеныш? Ты чё стоишь? А, всё, пошёл. Бывают такие баги, что он просто стоит. И придётся тут, там, 5-10 минут стоять. Давай, давай, забирайся. Тебя чё, родители не учили лазить? Вот мы уже... Ого, кошаки. Они у меня больше на... Ну, на 2 уровня всего лишь, конечно. Меня сейчас убьют. Нет, не убьют. Нет, 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 нет. Все. Вот, я на первом месте буду. Фу. Все. Так, ветер. Да, я на первом. Yes. Я удержалась. Все. Победа. Победа.
Обычный. Ладно, открыть. О, один. Что-то редкое будет. Так. Ух ты, и два значка. Сейчас одну способность прокачаю. Ну ладно, пусть, может, будет в следующей главе. Надо будет. Ну ладно, всем пока и до скорых встреч.